Ребят, привет! Приехала удалить повторно свои, как это, родинки, дерматофиброз. Если вы помните, следите за мной. Более 1,5 лет назад я удаляла на носу, и вот здесь на подбородке у меня снова в период беременности все это как-то возобновилось, поэтому наконец-то выбрала уже время, чтобы приехать и опять с этим всем разобраться. Пока я ехала, у меня Маркуша там уснул, поэтому мне придется его сейчас будить. У нас наконец-то нормальная погода, жаркая, можно ходить на пляж. И, в общем-то, для тех, кто спрашивал, у кого я это делаю, Рафаэль Индусович Закиров, потому что я уже устала отвечать на различные ваши сообщения, вы можете загуглить и найти его контакты. Это напротив детской больницы, здесь на Радищева. В общем-то, за этим красным зданием будет поликлиника. Так, вот здесь Олсум. Все, ребята, я жива, вышла. Буквально дело 2 секунд, все это прижигается, прокалывается какими-то 2 разными там штучками. Вот, через неделю должно у меня все это корочка отойти. Через 2 недели посмотрю, если что-то, как бы выпуклость останется, то можно будет еще раз прийти и сделать повторно. Не очень сейчас красиво все это будет у меня. Где-то неделю смотреться. Ну да ладно. Что ж теперь, да? Маркуша у нас уже проснулся. Вот, поедем мы уже дальше по делам. Я надеюсь, как минимум 1/2 вопросов будет исчерпана, может быть, после этого видео. Что, как и где я это делаю и у кого. Шумно, да? Ой, а у меня здесь такие посылочки прикольные. Гель для душа с лавандой. Шампунь. Тоже все должно быть с натуральными компонентами. И крем с SPF 50. Очень нужные такие штучки. Потом, как это все попробую, поделюсь сразу же в этом видео, чтобы вы могли знать. Это чешская косметика. На геле для душа написано, что это Словенская республика. А вот в этой красивой коробочке сейчас я вам покажу. Здесь вот такой прелестный домашний халатик европейского качество у меня в размере М. Поглажу и будем мериться. Девчонки, халатиком я осталась прям очень довольна. На ощупь очень приятно. И моделька так же, как на сайте. Все это очень симпатично смотрелось. И в реале то же самое. Можно капюшончик убрать, оставить просто запах. Поэтому я прям не нарадуюсь. И у меня вот, посмотрите, такая беда. Никак не пройдет у меня здесь шрам. Это я своей любимой плойкой Philips. Нужно перчатку, наверное, потому что иной раз это все очень долго заживает. Поэтому я пока никакие юбки не ношу, пока у меня все это не пройдет. В общем, небольшая такая моя печалька. А так все very good. На сайте, кстати, было 2 модельки. И я вот почему-то выбрала эту, но они обе хороши. И если бы мне пришла другая моделька, наверное, я бы тоже так же была довольна. Всем привет! Мы сейчас гуляем с детишками. У нас уже практически закат. Посмотрите, как красиво, да? В общем-то, мне на днях написала одна девушка о том, что поскольку у меня яркий красочный Инстаграм, и бла-бла-бла, и, в общем, мне сделали небольшой подарок, распечатали мои некоторые фотографии. Плюсы блогерства, они везде и всюду, да? Везде, везде блат, везде халява, как вы не скажете. Поэтому пока мы гуляли, зашли и покажу вам, какие здесь фоточки. Инстаграм рулит, да? Кстати, давайте я покажу вам свой ОТД сегодня. Так, все, запись пошла. Всем привет, привет, привет. А мы на родине своей, в деревне Кузоватова. Оксаночку вы все знаете, с нашей детворой гуляем. Здесь еще у нас тоже детишки. А это знаете кто? А это Юля. Это двоюродная. Это двоюродная сестра Оксаны. Марк, ты мне здесь не это. И она живет у нас в Германии и приезжает сюда раз в год. И мы вот редко-редко с ней видимся. Скажи что-нибудь по-немецки. Ой, нет, ну, моя давай, ну скажи. Передай всем привет по-немецки. Schöne Grüße aus Deutschland.
Thank you.